Пойдемте на презентацию. Очень свежий. Это мой портрет 100 лет. Это же Жорик. Почему Жорик? У тебя какие-то ассоциации с этим именем? Она меня назвала просто, ну, тоже Жориком. Я отозвался и не пожалел. If I could fly, I could fly. Мама, а смотри, как он грамотно вписал в интерьер, в красные вот все детали, понимаешь? Розочка. Мне нравится это. Вот эта стена такая, тоже кирпич такой. Ах, эта розочка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Боже, а глаза посмотрите, они не грустные, что вы уезжаете, они будут вас ждать на стене. Мы были с дочкой Соней в Island of Adventure в Диснейленде, и вы знаете, какой новый открылся аттракцион, потрясающий. Вот этот вот такой Кинг-Конг, похож. Я в тренде. То есть ты в тренде. Как тебе нравится? Amazing, класс. Понятно. Автора пропустим. Так, Юля, Мышка. Должен быть немножко симпатичнее обезьяны. А здесь у нас получается, что симпатичнее сама обезьяна. Я скучаю очень по снегу. Вот. Я скучаю. И поэтому я всегда говорю, ну, хоть картину смотрю и вспоминаю. А что так, она кверх ногами? Вспоминаю наши... Аня, поднимите, поднимите.